Ты знаешь, где ты находишься? Конечно. В любимом клубе «Трианон». Почему он для тебя любимый? Не знаю, тут весело и много знакомых людей. Это клуб «Трианон», лучший клуб «Жилетки». Очень здорово, очень круто, очень хорошая атмосфера. Ты здесь первый раз или ходишь часто? Я здесь живу, я здесь постоянный гость. Слушай, а кто сегодня выступает, в курсе? Группа «Мираж», как я слышал. Группа «Мираж». «Мираж». Группа «Мираж». Группа «Мираж», она что поет? «Наших родителей» песни. Ну что ж, друзья, мы находимся в любимом клубе «Трианон», где буквально через несколько минут на сцене появится настоящая звезда, легенда группы «Мираж». Это Маргарита Суханкина. Честно говоря, дрожу от того, что меня переполняют чувства, что стою с таким человеком. Маргарита, как ваше настроение перед выходом на сцену и чего ожидаете вообще? С нетерпением ожидаю, честно вам скажу, своего выхода на сцену. Хорошо, мы тоже очень сильно ожидаем. Маргарита, а скажите, пожалуйста, есть ли какой-то секрет успеха, чтобы жить творчески больше 10, 15, 20 лет, как это вам удается? Позитив, самое главное. Позитив, хорошее настроение, улыбка и, самое главное, любовь зрителей, любовь публики, когда приходят на концерты. Ведь просто так люди не приходят, правильно? Они ведь собираются, конкретно приходят на группу «Мираж», на те самые песни, которые они слышат уже много лет и вновь хотят их слушать. Поэтому выхожу, поэтому в позитиве, поэтому это меня радует. И последний момент, пожалуйста, Маргарита. Вот это хорошо сейчас у нас получилось. Маргарита, скажите, пожалуйста, а вот сейчас, на ваш взгляд, музыка, она связывает? Сейчас музыка всякая, в принципе, она на любителя, но кого-то она связывает. Конечно, связывает. «Мираж», встречайте! Чуть-чуть. Завтра.
Что? Что?